В этом доме на Большой Ордынке бывали многие люди, биографии которых сегодня изучают на уроках литературы. В знаменитой квартире Ардовых гостили Борис Пастернак, Марина Цветаева, Михаил Зощенко, Иосиф Бродский и Арсений Тарковский. Здесь, будучи близкой подругой хозяйки дома Нины Альшевской, подолгу жила Анна Ахматова. Совсем недавно было принято решение об открытии в квартире первого в Москве музея поэта. Здесь будут выставлены фотографии, личные вещи, сохранились и интерьеры того времени. Безусловно, это станет настоящим событием для всех, кому не безразлична судьба этой удивительной женщины. Среди них наверняка будет немало читателей Центральной библиотеки номер 193 имени Анны Ахматовой. Здесь на протяжении более чем 20 лет собирается уникальный фонд «Ахматовианы». Имя Ахматовой было присвоено библиотеке в год столетнего юбилея со дня рождения автора. Однако биографические материалы на тот момент собирались специалистами библиотеки уже около 10 лет. У нас достаточно большое количество филологов работает здесь, которые профессионально подходят к творчеству Ахматовой и, конечно, отслеживают во всех публикациях, в сборниках, в фотографиях, в информационных, электронных ресурсах. Все, что касается Анны Ахматовой. На сегодняшний день фонд «Ахматовианы» составляет около 1500 экземпляров. Книжная коллекция библиотеки включает в себя множество поэтических сборников Анны Ахматовой, в том числе и настоящие ценности – редкие и прижизненные издания. Произведения этого автора неразрывно связаны с серебряным веком русской литературы. А потому в фонде «Ахматовианы» мы найдем и произведения Гумилева, Пастернака, Блока, Цветаевой и других. Скульптурные изображения этих авторов наряду с бюстом самой Ахматовой стали частью галереи «Серебряный век», которой библиотека особенно гордится. Экспозиция работ художника-дизайнера Марата Рахимова была открыта в 2009 году и продолжает пополняться. У гостей библиотеки есть возможность не только прочесть книги Ахматовой и об Ахматовой, но увидеть ее графические и живописные портреты, фотографии разных лет. Еще более ярким образ поэта станет, если обратиться в отдел мультимедиа. Здесь мы найдем фильмы, поставленные по биографии Ахматовой, и записи стихов в авторском исполнении. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Результатом 20-летнего исследовательского труда специалистов Ахматовки стал новый библиографический указатель «Анна Ахматова. Жизнь и творчество», содержащий более 2000 записей. Среди них книги, статьи из периодических изданий, сайтов сети интернет, а также материалы, отражающие образ Анны Ахматовой в художественной литературе, музыке, театре, изобразительном искусстве. С такой же полнотой представлены электронные ресурсы по теме на портале библиотеки «Анна Ахматова на фоне двух эпох». Тем, кто всерьез занят изучением наследия Ахматовой, обязательно помогут монографии, критические статьи, сборники воспоминаний, научные публикации. Библиотека многие годы координирует свою работу с музеями Анны Ахматовой. К сожалению, их не так много. С музеями Николая Степановича Гумилева, с библиотеками, носящими имя Анны Андреевны Ахматовой. И мы проводим совместную большую работу. Это и научные практические конференции, это и акции, и юбилейные крупные мероприятия, праздничные. И, конечно, приглашаем на эти конференции ученых, ахматоведов, которые здесь вот представлены на этой выставке, и многие работы их здесь. Мы давно дружим, и все, что выходит нового, они тут же нам просто дарят в фонд библиотеки со своими автографами. Несомненно, библиотека будет сотрудничать и с новым музеем Ахматовой, открытие которого станет важной вехой для всех поклонников ее талантов.